Первая похоронка. Не-не-не-не-не, никаких похоронок тут. То и левой короной только раздаются. Побежали всей толпой, а? Денчик, вот запомни, у тебя есть своя голова на плечах. Думай ей сам, пожалуйста, все. Бум, хедша! Бум, хедша! Бум, хедша! Бум, хедша! Оп, хорошая флешка. От бога. Шорт, лонг вам. И бездомно побежал, Денчик, тупо. Как этот бронетранспортер рошать, ах! Разорусь матушку за непоколебимую. И погорел он на первой же пуле. Вот я слушаю как-то турецку, мне реально хочется. Арманы, баба бета, шашафе, бутты тупты тупты тупты. Ты шо клоун, Миша, ты делаешь? Так, там сейчас будет весело. Так, а хотя бы... Дурачина. Тебя Мираж прошлой игры ничему не учил. Блять, ну зачем? Вот зачем? Вот объясни. На кой хер? То есть ты думал, сейчас такой на шару залетишь, на мид такой, пацанчик. Потом с него пойдет на шорт, и потом залетит на шорт. Ты реально так думаешь? Мэн, а Юлагину вот. What the fuck? Типа, блин, у него было такое время не убить. Он этого не сделал. Ну, ебогу. Ну что это? Вот, блин. Are you serious? What the fuck? Не, ну ладно, этот уже второй раунд показывает, что у него лагает. Ты-то чё стоишь? У тебя прям напрямую, тебе бомбу идеально поставили. Горит, сука. Боже, какие у меня партнеры по команде. Бля, походу надо включать режим Warhammer, блин, все. Блять, надо все, режим тащера, блин. Ну как эти придурки могли, блин, просто взять и слить, блин. Мало того, что этот, блин, еще я как в очередной раз понимаю, что Дигл несовмещенный. Я понимаю, Дигл убийственное оружие. Его реально, с него можно реально одной пулей зарядить. Но если ты не умеешь с него стрелять, не пробуй. Потренируйся. В М-паблик пойти, потренируй там, не знаю. Сори, но тащер не про тебя. Ну что я могу сделать тогда, если меня даже мой друг не верит? Сейчас пойдет. He's in pit. Go. Run out. Everyone, buy the first kit. Сейчас я вам расскажу историю, в которой, ну, пиздецки тяжело поверить. Я, короче, объявляю себя после этого раунда на данный момент педальным лохом. Объясню почему. Короче, я думаю, что я террорист. А мы в глаза долбимся. И в ушки. Поэтому мы ничего не замечаем. Я, ей-богу, думаю, что я террорист. Да, я понимаю, такое очень тяжело представить, но я реально думаю, что я террорист. Yes! Good job, guys. Thanks for the game. Thanks for the game, guys. Good night. Хорош!
Оп, хорош. Угадал. Ай! Хорош! Как я хорошо затащил, а? Король флешечек. Ёбаный сыр. Один эй. Где эй? Блять, вот понятие, он. Сука, растяжимое. I am the winner, мазафака. Что думал? Смог взял, спрятался, я тебя не прострелю. Я что, по-твоему, лох, что ли, совсем педальный? Холерушки. Блять, лонг. Хорош. Фаст. Найс, good job, man. Thanks for the game, guys. Почему я так потел, блин? Я же кейс получил. А мне на сервере один. Эх, чувствую, путь до Голд Новый будет тяжелый. Чего ты ожидал? Пошла, машла. Блин, я такие две... Мы такие две катки вытащили. Сейчас, чтобы ради какой-то машины долбанной, блин. Ну, теперь, ребят, давайте, блядь, вырастем, ё-моё. Давайте детский сад не будем играть, блин. Не будем играть в Counter-Strike. Мы все ради одной цели приходим. Мы все приходим, блядь, получать удовольствие. А удовольствие получаешь, когда все-таки выигрываешь. Two apartments. Apartments dead. Apartments one. Wow. А не дурно получилось. Still more apartments. Nice. Как я... Денчик, король флешечек, понятно? Strikes again. Не позволю сделать этой каткой похоронку. Не позволю. Я так скажу. На кой хуй я подбирал этого, блядь, на кой? На кой, зачем? Чел. Думай головой. Блять. Ну хотя нет, в принципе, здесь еще не было вот такого. Но я не представляю, как эту игру спасти, если честно. Самое обидное, скорее всего, это была игра на продвижение.
Нет. I will not fucking surrender. If you want pussies, I will not surrender. I will not surrender. Чё вы такие, блин, неженки? Да-да-да-да-да, самонаводочка. Читор. Я нахуй самонаводочка, ты, блядь, о чём вообще, нахуй? Если бы вы читер, вы бы, блядь, побеждали бы. Ты, блин, шляпка от грибка, блядь. Иди в попу. Так, все пошли нахрен. Я доиграю эту игру. На самом деле, просто психологически важно доиграть игру.